Майор, ты как? Плохо ты стреляешь, косой. Ну, спустил пар. Давай поговорим. Поздно, косой. Ты сам все испортил. Может быть, вот это тебя убедит. Все-таки три лимона с неба не падают. Пересчитай, я подожду. Тут-то ты меня и прихлопнешь, да? Нет, майор, мне нужно, чтобы ты их взял. Ну, а что я скажу своим? Ну, ты ж мент. Ты сам знаешь, во что не поверят. Ладно, не дергайся, я выхожу. Ну, вот и правильно, братан. Я всегда знал, что плохие нервишки лечатся хорошими деньгами. Эти, что ли? Понятно, что вам понятно. Где вы были? За городом. Меня вызвали, я приехал. Лично я вас не вызывал. И вообще, я был против вашего перевода в мою группу. Но, к сожалению, вы Скворцов. Носите с генералом одну фамилию. Я понял. Сейчас что мне делать? С чем? С тем, что я приехал. Испортили свидание. Какой вы ценный кадр. Ну, раз я здесь, может быть, будут распоряжения какие-то? Будут. Возвращайтесь на ваше свидание. Не актуально. Тогда не попадайте мне на глаза. Неужели это все из-за фамилии, а? Нет. Просто вы слишком поспешно делаете выводы о моих людях. И вообще, капитан, у вас каша в голове. Каша опасная и неизлечимая. Опасная каша? Да, для меня и моих людей. Я вообще второй год у вас уже в группе. Все не ваш? Кирилл, где Юрков? Наверху в подсобке. Только его медики перехватили. Что значит перехватили? Говорят, боль, ранение, шок у него. В общем, вкололи ему что-то и собираются увозить. Какое ранение? Ты что, я видел это ранение? Что за бардак? Так, ты человека к нему приставил? Так точно приставил. Только, товарищ полковник, нехорошо как-то получается, как будто Юрков подозреваемый. Что значит нехорошо? Я тут решаю, что нехорошо, что хорошо. Что-то случилось? Какие твои соображения? В общем, мне кажется, что... Стрельбу начал Мелкий, он и убил Завьялова. Ну, а Мелкого и Косова уже положил Юрков. И очередь точно в грудь. Ну, освещение здесь не ахтец. Мне кажется, они вообще просто напоролись на засаду, понимаете? Ну,
все очень плотно было. Ну, а там уж кто быстрее. То есть Юрков у нас, по-твоему, ковбой, да? Не знал. Слушай, Кирилл, если я тебя спрашиваю, то это значит, что я спрашиваю тебя, а не то, что во всеуслышание говорил Юрков. Понял? Так точно. Что это за засада такая? Из главаря местных наркодилеров и конченного наркомана, который загашен настолько, что с 2 метров в жопу слона не попадет. Здесь выстрелы все точно в грудь и в сердце. Никаких тебе рук, ног, ящиков. Контрольный не нужен, контрольный! Товарищ подполковник, не показывайте на себе. Что? Только вы одно обстоятельство забыли, что Юрков тоже ранен. Ничего я не забыл. Так, идет. Вы почему не хотите отправить Юркова домой? Потому что я против того, чтобы его пичкали таблетками. Уколами. Тем более, у меня погиб оперативник. Лучший оперативник. А тут появляется добрый доктор Айболит и хочет, чтобы Юрков все забыл, как страшный сон. Да. Ты его еще в отпуск отправил. Да, я хотела это как раз. Нет, она издевается. Я предупреждаю, вы потеряли лучшего оперативника. Можете сейчас потерять еще одного. Юрков ранен, он пережил серьезный стресс. На его глазах убили лучшего друга. Но вам ведь все равно? Вы же железобетонный. Ох, какая я годила. Вы не обольщайтесь, значит, я для вас не указ, да? Указ. А знаешь что, солнышко? А давай встретимся специально, поговорим, обсудим, а? Да пошел ты. Я ей нравлюсь. Вы что-то сказали? Ты что тут делаешь? Иди работай. Где подсобка? Вверх по лестнице. Пойти с вами? Нет! Свободен. Ты это давай, не отвлекайся, рассказывай. Ну зачем ты так, Михалыч? Будто я виноват, что он не в меня сел. Что вы здесь сделали? Как на допросе, значит. Не значит. Сева погиб. Ты живой. Значит, с тебя спрос. Значит, я буду здесь сидеть до опупения, пока ты мне все в подробностях не расскажешь. Ну я что, отказываюсь? Что вы здесь забыли? Мой информатор сказал, что здесь склад косого. Что-то типа отстойника на случай кипиша. Здесь они прятали оружие и товар. Без охраны, чтобы не привлекать внимание, так под наблюдением. Мол, если их накроют, чей склад? Да ничей. Чья наркота? Хрен его знает, от царя гороха осталось. Мне почему не позвонили? Я все сам хотел сначала проверить. Не доверял своему информатору в последнее время. Слишком часто стал от меня бегать. Подумал, если пустышка на этот раз, так, для отвода глаз, солью к чертовой матери. Бью, суку! Не гоношусь. Да. Разберемся. Значит, ты считаешь, что информатор вас слил, склад пустой, здесь вас ждали? Да, выходит. Уходит, что не выходит. Косой что, идиот? На 2 матерых ищеях выходить с малолетним наркошей. У него что, бойцов своих не нашлось? А? Это я у него не успел спросить. Я понимаю, что не успел. Уж извини, Михалыч. Понимаю. А вот что я не понимаю, это то, что он здесь забыл, да? Косой. А ты не говоришь. Сева считал, что у нас в отделе оборотень. Крыса, которая работает на местных поставщиков наркотой. А именно на Косова. Что несешь? Сева был уверен, что это ты, Михалыч. Что это именно из-за тебя вся эта волокита по наркотикам. Ты обалдел, Юрков. Лекарства подействовали. Это правда. Я не знаю, чем Сева припугнул Косова или что ему пообещал, но Косой согласился нам сдать.
оборотень. Я не поверил Севе. Думал, он просто метит на твое место. Тогда Сева решил мне доказать. Приехали сюда. Но в последний момент Косой пошел в отказ. Сева разозлился, стал угрожать. А этот наркоман все испортил. Сначала всю дорогу ржал, а потом взял, спустил курок. Я выстрелил в парня. Косой зацепил мне руку. Я его уложил. Все на автомате, машинально. Потом к Севе, а он уже не дышит. Сам немного отошел, стал звонить вам. Ну что, ты тоже считаешь, что у меня были дела с Косой? А вот этого я не знаю, Михалыч. Лично у меня против тебя фактов нет. Кто? Я не знаю, правда. Ответь. Да. Это жена Сева. Что мне сказать? Я не могу. Дай. Сенсоренко, слушаю. Нет, он не может сейчас ответить. С ним врачи занимаются. Да нет, у него это несерьезно. С ним все в порядке, а вот ваш муж... Я боюсь, что у меня для вас плохие новости. Ну, извините, я могу вам чем-нибудь помочь? Да что надо было сказать? Как по-другому? Ну так как, Михалыч? Что как? Ну, остановимся на этой версии. Ну, какой на этой? Засада. Ну, да прыщ. Соломку под себя стеришь, падла. Ладно, забудь. Я под уколом хреново соображаю. А вот так ты можешь? Жене про мужа можешь? Кто может? Прости, Михалыч. Черт попутал. Черт. Ты пока младенец против меня. Поэтому держи своих чертей при себе. Никогда у меня никаких дел с наркотой не было. И не будет. И не обязан оправдываться. Ни перед тобой, ни перед Завьяловым. Царствие ему небесное. Ну, извини, Михалыч. Ты, наверное, хотел бы, чтобы он меня не сел, да? Почему Завьялова позвонила тебе? Не знаю. Ну, так что со мной, Михалыч? Слушай, Кирилл. У Завьялова был с собой телефон? Вроде нет. Кстати, вот. Что это? Симка. Я ее там подобрал. Кирилл, ты кто? В смысле? Человек. Ты про мента забыл? Пистолет с собой? Молодец, не надо доставать. Вот пистолет ты взял, а важный вещдок суешь в карман, как... Какой-то дурак, монетку. Что ты хотел с ней сделать? Да я ее хотел к делу приобщить. Молодец. Молодец. Может, ты еще можешь узнать, чья она? Сейчас. Сейчас?
Ну да, сейчас. У вас труба с собой? Ну. Ну-ка, дай-ка мне это, Сим. Врачи уехали? Вроде да. Сними оцепление, скажи, я сказал. Слушаюсь. А что, Юрков? А что это тебя так волнует, а? Ну, вы же у него были. Что он говорит? А ты же слышал. Засада. Товарищ подполковник, вы же сами во все это не верите. Всех собак вешать на ментов. Большого ума не надо. Полстраны этим занимается. А ты знаешь, что бывает? Если менты начинают сами ссоры из СБ выгребать. Что? Дерьмо бывает. Ты понял? Да. Молодец. Что ты понял? Лучше бы я не спрашивал. Вот так. Все. Стой. Кирилл, ты слышал, что в отделе ходят слухи, что у нас есть оборотень, который получает бабки от наркодилеров? Нет, не слышал. Молодец. Быстро учишься. Все, иди. Стой! А где Скворцов? Где-то здесь был. Найди его и будьте рядом. Решите выполнять? Бегом. Ну что опять не так, Михалыч? Что не так? Ты объяснишь, что сим-карта Завьялова оказалась лежащей на полу на складе? Не знаю. Выпала. Выпала. Жена Завьялова мне сказала, что она разговаривала с ним по телефону, когда он был на задании. А там телефон исчез. Карта выпала. Я не знаю. Куда ты вляпался, Алексей? Здорово. А что оцепление сняли? Михалыч приказал. Кстати, сказал тебя найти. Нашел? Нашел. Что было, рассказывай. Завьял с Юрковым напоролись на засаду. На Косовой он дохлого наркота с автоматом. Кир, ты что тупишь-то? Вот это вот его засада Косова? Я тоже думал, что все это лажа. И Михалыч, самое интересное, тоже думал, что это лажа. Только потом он переговорил с Юрковым и передумал, понимаешь? Сейчас опять сидит там и разговаривает. А ты слышал про крысу в отделе? Да. Слушай, как было. Например, Юрков крыса, Завьялов, его дружбан, постоянный напарник, начинает его палить. Ну, подпаливает, да? Юрков приводит его к Косому, с которым он и крысит, чтобы тот его убрал. Косой убирает Завьялова, и Юрков убирает Косова и наркота. Засада. Не получается. Почему? Зачем убирать Косова, если он на него работает? Кира, он же давным-давно нашел себе другую кормушку. Свято место пусто не бывает. Но Косой никогда не ходит один, он всегда ходит с бойцами. Это его склад. Стопудово. А он не мог не подготовиться. Он же Косой. Я пойду погуляю. Далеко не отходи. Угу. Ты знаешь, что самое страшное в нашем деле? Слухи. Слухи, мать их эти. Стоит одному шепнуть. Крыса. Все. Ни работы, ни команды. Все друг на дружку косятся.
так. Смелый, потому что ты знаешь, что я своих ребят марать не дам. Потому что я и мои ребята лучшие. Так во всяком случае было. Пока ты все не испортил! И мне все равно, что ты тут натворил. Пусть даже ты угробил моего лучшего сотрудника. Это на твоей и моей совести. Но дальше в это дерьмо я с тобой не полезу. И ребятам не дам мараться. Чтобы потом меня и моих ребят подозревали черти в чем. Так что самое лучшее наказание для тебя будет, если ты напишешь заявление по собственному. На пенсию! Нет, Михалыч, без ментовки я ноль. Ты с ментовкой ноль. Сейчас я позову ребят, и ты им все объяснишь. Чего я им объясню? Что устал, сдулся, что пора на пенсию. Я даже возьму грех на душу. Скажу, что это я вас сюда послал. Но ты уйдешь. Ты уйдешь. Пистолет. Пистолет. Не делай глупости, Алексей. А где все? Они еще там. А ты что не там? А с каких-то пор нас Михалыч допрашивает в одиночку? А знаешь почему? Потому что нам правда знать не надо. Это внутреннее дело. И баста. И сейчас они там вдвоем сидят и придумывают, как бы получше замести следы. И чего бы нам потом на уши налить. Засада. А потом встретимся все вместе на Завьяловской могилке, бухнем на поминках, обнимемся, поцелуемся и на работу. Вот такой вот у нас устав службы от Михалыча, да? Я тебе более того скажу. Если они сейчас там вдвоем, это значит, что они неправду ищут. Иначе бы мы там были. А значит, Михаил, что же замешан? Да фигня все это. Господи, Кира! Да не может Михалыч быть замешан. Даже если ты и прав, ничего мы с тобой сделать не сможем. Мы с тобой пешки. Не, Кир, мы не пешки. Слушай, что я думаю. Сева был прав. Это ты с Косым придумал план, как нас убрать. С чего бы Косому идти в отказ? Сева в морге. Меня с глаз на пенсию будем жевать. Свобода, а, Михалыч? Не доводи меня. Нормально, прокатит. Все. Слушай, может, Михалычу все-таки расскажем, а? А если Михалыч тоже красит? Ну что ты, Кир? Кира, ты со мной? Я не знаю. Тебе легко говорить. У тебя же батя. Че, батя? Че, батя? Иди почти. Э, вы что здесь? Ты что наделал? Он крыса. Михалыч, крыса! Убить меня хотел, сволочь, а? Чёрт, ты-то прозевали, звоните! Куда звонить? Куда надо, идиот! А что ты взял, что он крыса? А он мне сам сказал.
вообще не перед тобой мне щегол отчитываться. После Михалыча я главный, так что закрой рот и делай то, что я говорю. Понял? Он тот, кого нам с Севой хотел слить косой. Он крыса. Деньги хотел мне сунуть. Сука, вон в левой руке. Не трогай. Чего? А что ты его убил-то? Что за идиотские вопросы? Потому что пистолет у него в правый, а слеп или я, или он. Ну тогда бы вы, сосунки, ни хрена бы не узнали. А, я не понимаю, чего вы такие кислые? Ну мы крысу поймали. Радоваться надо. Задавили крысу! Правда, надо звонить, не наш... Керя, рот закрой. Пушку на стол. Чего? Оружие на стол. Вы убили человека. Кем бы он ни был, но вы его убили. Мы обязаны вас разоружить. Оружие на стол. А, правильно. В сторону. Звони. Ты охренел? Ты его убил? Да. В сердце. Знакомый почерк. Зачем? А он бы нам помешал. Помешал чему? Договориться. Ты к чему клонишь, урод? Твой пистолетик сегодня отработал. А мой ждет. Да, напарник. У напарников же все должно быть поровну. Что-то я не понимаю. А сейчас поймешь. Не дергайся. Слушай, скворец, я, кажется, стал догонять. Я смотрю, ты серьезный парень. Ну, типа. Ну, давай как-то договариваться. Договариваться мы будем, Алексей. Но для начала я тебе кое-что покажу. Пойдем. Куда? Туда, тут недалеко. Давай. Давай-давай, топай. Давай резче, с твоими дешевыми спектаклями сейчас трупы звоняют. Давай. Голова кружится. Ладно, ладно, напарник. Оборзел ты, скворец. Ну, уважаю. Я думал, ты чмо полное, а ты, оказывается, дела делать можешь. Только знаешь, да, не заигрывайся очень, ладно? А я не заигрываюсь, я просто хочу, чтобы было справедливо. И еще, давай с этой минуты забудем Щеглов, Сосунков и прочие обидные выражения, хорошо? А? Куда? Налево. Налево. Ну и что здесь такое? А я нашел камеру видеонаблюдения. Знаешь, как работает вся эта шляпа? Раньше было не очень удобно. Нужен был хотя бы один человек, кто бы за этим следил. Менял там кассеты 3-4 часа. Сейчас все гораздо проще. Все пишется на винчестер. Нажимаешь на кнопку и можешь неделю не приходить. Все исправно запишется. Вот здесь направо. Так, вот это мы. А это то, что час назад было. Ну, сильно перемотал, ладно. Итак, ну что, тушим свет, смотрим кино. Прошу. Ты что делаешь-то? Что? Оружие достань. Зачем? Здесь нет ни хрена. Гнилье одно. Что это вообще за наводка такая? Который раз этот твой попка нас имеет? Прижми его, хватит создавать видимость работы. А ты ему платишь? Пару раз. Фуфло, кидало. Жестче с ним надо. Че ты психуешь? Не хочешь идти, сядь, посиди. Я осмотрюсь, приду. Да что с тобой такое, а? Мы друзья. О чем? Напарники. Ну, напарники, да. Слушай, Сев, давай, а мы не в кабаке. Давай. Не так легко здесь давать. Значит, друзья, говоришь. А если бы ты узнал, что твой друг крыса? Какая крыса-то? Слушай, Сев, хватит ей-богу.
Ты крыса, Лёшка. Я крыса? Я-то что, обалдел? Белая горячка? Зачем мы здесь? Проверяем информацию. Сев, хорош прикалываться. Нет никакой информации. Все это, завод этот, шарахани, все для отвода глаз. Я не понял, ты что, серьезно? Ты меня в чем-то обвиняешь? Да не могу я тебя ни в чем обвинять. Я с тобой советуюсь. Как с другом. Что мне делать? Сев, ну это же бред. Откуда? Что? Слышу. Нет. Ты куда? Сейчас. Хреновые у тебя шутки, Сев. Обидел ты меня, крепко обидел. Слухам веришь, а мне нет. На, смотри. Откуда? Там лежал, на тумбочке. Звони. У тебя, скорее всего, это охрана. Наверняка. Звони все равно, мало ли. Где, там? Да. Сев. Что? Сев. Давай со мной. Что с тобой? Ну, поживешь нормально, по-человечески. Подожди. Черт. Да, милая. Ты меня можешь хоть на работе не доставать? Да, Маш, я на задании. Все, до дома. Пока. Сев. Сева. Что? Бабки будут. Жена перестанет доставать. Крыса. Майор, ты долго там с ним будешь? Конеделица. Кто это? Поздно, Сев. Мы с ним 4 года дружили. Не имей 100 друзей, майор. Почему автомат? Какая разница? Он все равно чистый. Что ты делаешь, урод? Автомат, телефон, как я все это объясню? Это кто такой? А это... Он? Он. Да. Нравится игрушка? Нет. Ну возьми в руки и почувствуй себя мужиком. Да ну, бойцы, какой мужик? Я вообще как-то к оружию отрицательно. Знаете, я пацифист. Пацифист, буддист. Буддисты, они же против всяких. Ладно, хватит болтать. Ну ты нервный, майор. Кого ты мне привела? Что это за задрота дохлая? Кто мне поверит, что это дерьмо обдолбанное что-то может? Ну ты ж у нас мент. Ты и придумал. Я свою работу сделал. Это не работа, это подстава. Кором насмех. Возьми автомат. Чего? Вытри отпечатки, вложи ему в руки. Это же твой человек! Нет. Теперь это нечто сверхурочное. Майор, ты как? Плохо ты стреляешь, косой. Ну, спустил пар. Давай поговорим. Поздно, косой. Ты сам все испортил. Может быть, вот это тебя убедит. Ага. Все-таки 3 лимона с неба не падают. Пересчитай, я подожду. А, тут-то ты меня и прихлопнешь, да? Нет, майор, мне нужно, чтобы ты их взял. Ну, а что я скажу своим? Ну, ты ж мент. Ты сам знаешь, во что они поверят. Ладно, не дергайся, я выхожу. О. Ну, вот и правильно, братан. Я всегда знал,
что плохие нервишки лечатся хорошими деньгами. Эти, что ли? Косой, сука. Подставил меня, падла. Как же я про камеру не подумал, а? Ладно, зелень, чего ты хочешь? Денег? Сколько? А сколько стоит жизнь твоего друга Завьялова? Нет, сколько стоишь ты, сусунок, с этим видео? М? Слушай, там у Михаила 4 лимона. Возьми. Хватит для начала. Все покупается и продается, да? Я не ждал другого. Что, нет? Деньги не интересуют? Тогда что? М? А, папа богатый, да? Все менты под Богом ходят. От мала до велика. И твоему папаше когда-нибудь придется слететь камушком. И тогда он не даст на карманный. И вся твоя бравая честность тогда и рухнет. Потому что кушать всем хочется, всем всегда. Ну, поживем, увидим. Боюсь, тебе не повезет дождаться. Так ты явно чего-то хочешь. А вот чего? А? В долю, да? Не вопрос. Давай обсудим. Договоримся. Почему нет? Почему нет? Кажется, эта территория сейчас Сизову переходит. Слыхал такого? Нет? Я думаю, у него денег и работы хватит на еще одного способного парня. Не в том направлении думаешь, майор. Ты что, может быть, убьешь меня, а? Ну давай! Слушай, пацан! Давай разрулим, и я домой хочу в ванну! Давай завтра встретимся. Пропустим по кружечке, обсудим. М? Кстати, мне сейчас как раз напарник нужен. Как тебе такая перспектива? М? Сосунок. Всю Косовскую банду там, а? Все его точки! М? Хочешь? И про Сизова расскажу. Хочешь? Хочешь про Сизова? Все, что знаю. Ну? М? Вверх пойдешь, как ракета. Твоему папаше такое не снилось, а? За пояс заткнешь папашу. Папашку-то за пояс заткнешь, ну? Напарник, говоришь? Чтобы ты меня грохнул, как Завьялова. Валяться, вставай. Кирилл, вставай. Я реально чуть не сдох. О, хорошо колбаснуло-то. Оля? Знаешь, неприятно. Не, помог бронежилетик, а? Ничего. А он сознался, а? Да? Где он? Ты что, убил его? Зачем? Ты хоть признание взял у него? Я камеру нашел. Вот здесь записано, как Юрков убил Завьялова, потом Мелкого Штана, потом Косова. Только кому он надо, блядь? Ты что, крыша едет, что ли? Ты что творишь-то? Ты сбрендил? Заткнись, Кирилл. Да я заткнусь, только ты мне объясни, что происходит. Я же не понимаю. Нечего понимать. Шумят месяцок, успокоиться. Все закрутится по-старому. Да. Прав был Юрков. В чем он прав-то? Да во всем. Так, пошли. Нам надо его сюда перетащить. Юрков убил Михалыча. Потом мы подоспели. И я Юркова. Пиф-пиф. Пойдем. Деньги забери. Ты говорил, хотел с женой с ребенком съездить на море? Вторая ему хватит.